Светлана Капанина родилась в Кокчетавской области Казахской ССР. Окончила Целиноградское медицинское и Калужское летное училище. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Пятикратная абсолютная чемпионка мира, двукратная абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр, двукратная абсолютная чемпионка Европы, обладательница 32 золотых медалей в различных авиационных дисциплинах. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» и орденом почета. Награждена золотой медалью Савелий Герчен, наградой бои, как единственная пятикратная на то время абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Награждена медалью в столетию бои, как лучший пилот столетия. Абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр 97-го и 2001-го года. Летчики не умирают, они просто уходят в небо. В памяти тех, кто не вернулся, посвящаю. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. И коснуться весны смелой лысью. Никогда не увижу, я тебя никогда не забуду.
Даже не представляешь. Ой, да, да, да. Такой вообще. Там, знаешь, как люди аплодировали. Да, да. А поцеловать? Давай. Ой, сейчас расстегнусь.